Пока одни школьники соревнуются в военизированных эстафетах, другие участвуют в спортивных состязаниях. На этой неделе подведены итоги 10-й всекубанской спартакиады по настольному теннису среди учащихся 9-11 классов «Спортивные надежды Кубани». В финале встретились команды из 13 муниципальных образований Краснодарского края. Учитель физической культуры гимназии номер 4 города Новороссийска Людмила Никишина на соревнования привезла 3 спортсменок. Одна из девушек, несмотря на юный возраст, мастер спорта по настольному теннису. Настрой у нас прекрасный, просто нервничаем очень сильно. Первый раз у вас в Славянске, мы на Кубани. Вот. Хорошо нас тут встретили. Будем стараться попасть в первую тройку. Ожидания новороссийских спортсменок не оправдались. Среди девушек пьедестал почета заняли команды Мостовского, Крыловского и Каневского районов. Славянцы стали только 7-ми. Среди юношей призовые места у команд Новопокровского, Северского и Каневского районов. Победителям вручили кубки, медали и грамоты.